Согласен. Третью. Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было. Я с вами на вы говорю, что на ты? Ну кто вы такой, что на ты разговаривает? Я говорю, не надо обобщать. Да, я на вы говорю, да, спокойно. Ну, давайте так, все равно. Еще раз. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника генштаба решение. Пока их не будет, пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву. Да. Нет, ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь. Мы вам не мешаем управлять войсками. Ребята гибнут на живых на мясо толкаются. Без боеприпасов, без мыслей, без каких-либо планов. Просто престарелые клоуны. Праздник в шампанском в Киеве, когда вы бросаете красные лиманы, изюмы и все остальное. Вот тогда праздник по неделе в Киеве. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Это первое. Ну, конечно, да. Послушайте, еще раз. Еще раз, если бы мы с вами разговаривали на нормальном тоне, мы бы все равно там не приехали. Понимаете? Мы не изучали бы огни вертолета. Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию.